1 февраля в детском саду Яни Усики Сил Ламяя состоялось тематическое мероприятие «Разноцветный день». Основная цель мероприятия – создание благоприятных условий для всестороннего развития детей. В этот день в гости к ребятам приходили персонажи, которые проводили игры и конкурсы, а также рассказывали о полезности молочных продуктов и не только. На мероприятии дети узнали много информации о правильном питании, а также, что молоко не только вкусное, но и очень полезное. В конце праздника каждый участник получил молочно-ягодный коктейль в подарок и зарядился витаминами на весь день. Мероприятие проходило в рамках проекта «Прия». Комментарии зауча детского сада Яни Усики Юлии Поповой. Наш детский сад уже ежегодно участвует в различных проектах, и один из них – это проект «Прия». Сегодня, первый день февраля, у нас прошел прекрасный день, разноцветный день. Детей что ждало? Первое – это развлечение, которое прошло с героями, с котом Василием, с хозяюшкой, с поваром. Дети учились делать коктейли фруктовые и ягодные. И далее в группах они будут изготавливать салаты фруктовые, овощные, также их пробовать, что немаловажно, они сами будут это делать. Ну и обед останется у них тоже непростой. В обед они попробуют ароматный, нежный суп-пюре из цветной капусты. Я думаю, что этот день детям запомнится навсегда, и они будут понимать, какие продукты полезны, что можно, что нельзя кушать, и вырастут у нас здоровыми. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН ТВ.